Здравствуйте, дорогие наши зрители! Приветствуем вас на посиделках. И у нас выпуск сегодня тоже такой праздничный. По оформлению нашего уютного уголка можно сделать вывод, что мы с вами встречаемся на праздничных каникулах, дорогие друзья. И выпуск у нас сегодня тоже очень интересный. Мы немного отходим от привычной темы обсуждения цветов и поговорим о одном чудесном событии, которое произошло с нами в прошлом году, совершенно неожиданно. У нас, мы уже несколько раз вот этот момент пробегал, да, у нас в видеороликах. А сегодня мы хотим очень подробно остановиться о приезде наших московских гостей к нам в питомник во время цветения сеянцев Анны Борисовны. Ну, цвели не только мои сеянцы, но и все, весь наш... Их интересовали исключительно ваши сеянцы. Ну да, когда мы предлагали им поехать и посмотреть, как бы сказать, классику и на поле все международные сорта, то девчонки сказали, у нас не так много времени, мы хотим сделать упор именно на новые, на сеянцы, потому что то у нас уже и дома цветет, и мы видели. И, короче, мы вместе с ними, было времени очень мало, так как цветение у нас всего месяц. А когда они приезжали к нам на 3 дня, так вообще у них еще меньше времени. И что успели, то увидели, то посмотрели. Дорогие девчата, Юля, Света, Света, Наташа, Вика, мы вам с Анной Борисовной машем, и сейчас будем о вас очень подробно рассказывать. Приезд наших гостей, вот честно говоря, Юрий Борисович не даст соврать, мы не можем во время цветения пионов всецело посвятить себя гостям, которые прием, к нам приему туда, гостей, к приему да. гостей. Потому что, ребята, у нас 1 месяц, да, грубо говоря. Ну да, и там всего 3 недели, в общем-то. Да, вот, вот так вот плотненько цветут сотни сортов пионов. У Анны Борисовны... Ну, сотни, тысячи. Тысячи. Сотни. У Анны... Да, мы с Юрием Борисовичем в один день записываем по 100 с лишним видеороликов. С Анной Борисовной вы записываете, да? Это ужасно. Поэтому, да, ребята, конечно, тысячи сортов пионов. И вот у нас есть 3 недели плотненьких на то, чтобы сделать... нам видео на год, друзья, на года. То есть мы, на... И чтобы к каждому подойти. Каждому, да, уделить сторону. Внимание, оценить, рассмотреть. Поэтому, конечно, во время цветения пионов мы не очень радушные ребята. Но девушки, они не говорили, кто они, не рассказывали, что они гибридизаторы и увлекаются. Ну да, девочки также увлекаются селекцией пионов, как и мы. Это нам было очень приятно, потому что просто увидеть любителей цветов и увидеть и познакомиться с селекционерами, это, как бы сказать, такой очень селекционерами очень желательно. Потому что когда мы знакомимся с селекционерами, у нас общие интересы, общие обсуждения, обмен опытом очень интересный. Потому что другой раз и не знаешь, что вот я на это не обратила внимания, или на этот сорт не обратила внимания, или на эту мелочь. Вот. А в процессе обсуждения ты обогащаешься новыми деталями. А от деталей зависит все. Это как тот болтик, который из колеса выпал, и все, колесо может оторваться. И, конечно, еще имеет значение, кто вместе с вами смотрит на ваши сеянцы. Да? Да. Люди, у которых наметан глаз, которые умеют из всего многообразия выбирать да? бриллианты. Которые так же, как и вы, просто фанатеют от пионов и готовы часами о них говорить. Я смотрю, я бежала, обратила на этот пион внимание. И мне было очень приятно, когда девчонки ходили-ходили, говорят, а мы вот нашли у вас интересный, там у нас такой интересный сеянец. И он там был далеко-далеко, в конце на самом, а тут же все в центре клубились. А потом девчонки говорят, а мы нашли у вас очень интересный сеянец. И мне было очень приятно, потому что я его уже нашла, с утра отметила, и он мне понравился. А когда девчонки это сказали, я поняла, что это уже в десяточку. Так вот, вернемся к приезду наших гостей. Но девушки были, мы так вот, как бы, знаете, ну, ладно, ладно, ну, раз уже едете, ну, приезжайте. И приезжали они очень рано утром на наш железнодорожный вокзал города Славянск-на-Кубани. Мы с Юрием Борисовичем встретили их на 2 машинах, потому что девчонок было аж 5 человек.
И вот в тот момент, когда мы стали забирать их с вокзала, у тебя же все равно какие-то, ну, мелькают. Вот я, честно говоря, всю делегацию раскусила по Виктории Пикуль. Да, мне очень нравятся Викины фотографии ВКонтакте, и я ее страничку периодически отслеживаю, очень она мне нравится. И вот тогда мы уже стали в машине знакомиться, обсуждать, и раскрылись, что у нас в машине прям... очень интересные девчата, которые, Анна Борисовна, задавали очень интересные мне вопросы. Mm-hmm. То есть мы вот 3 дня с ними провели и сделали для этого видео какую-то выжимку из некоторых вопросов, которые мы с ними обсуждали. И с вашего позволения я вам задаю эти вопросы, чтобы как-то вот нашим зрителям рассказать настроение тех 3 дней. А, Борисовна, всех интересовал вопрос, как вы из... то есть мы знаем историю, что когда-то вы увлекались цветами, уехали на север, это было у вас такой вот прям боль, что на севере у вас нет возможности выращивать цветы. Но их выращивали на подоконнике. Да, вы их выращивали на подоконнике. Всех интересует вопрос, как из небольшого приусадебного хозяйства с некоторыми сортами пионов, да, мы помним вот, вот тот списочек, который вы рассказывали, который только первые сорта, которые у вас появились, как получилось нечто, что занимается гибридизацией на уровне страны, да, выпускает большое количество чудесных сеянцев, выращивает пионы и, в общем, ведет очень бурную деятельность. Вот как дошли вы до этой жизни? Как дошла? Я дошла до такой жизни, таким как бы стрессовым путем. Почему? Потому что когда мы переехали из севера сюда назад, возвратились домой к родителям, а мы жили в Мурманской области, я даже не понимала, что происходит в стране. А в стране происходил полный обвал. Это были 90-е или уже 2000-е? 92-й год. 92-й. Самое начало, 92-й год. И когда мы сюда приехали, тут полный обвал. А домик, который мы купили, он был без газа, без воды, только со светом. Это как бы... Анна, Борисовна, я перебью. Мы его называли пирамидой. Помню, как пирамида стояла. Он стоял как пирамида, стены. Я думала, у меня когда-то крыша на мою голову упадет. Это тот дом, который не в Славянске, да? Славянске. Хотя, помнишь, мебель не вывозил, потому что боялся, мы откажемся. Когда мебель вывез, стены... Ирина Борисовна, а вы уже жили тогда в Славянске или еще нет? Нет. Так дом покупали на Юрия Борисовича. Дом покупали на Юрия Борисовича, потому что не разрешали мне с севера вернуться назад, не разрешали местные власти, потому что, чтобы не было приезжих. Не знаю, какая была мысль, и с большим трудом... Это был Советский Союз. Да, был еще Советский Союз. Это... Нет, в 90-м мы покупали, в 90-м, уже в 90-м. Я тебе не хорошо это помню, вообще. Не важно. Это 90-е, это еще Советский Союз. Не, в 85-м началось это же официально движение, да. В 90-е уже, как бы сказать, медленно-медленно все шло. А, не сбиваемся с темы. Ага. Вот. И от большого, как бы сказать, нужды мы с Юрием Борисовичем, ну, и сначала я, а потом мы с Юрием Борисовичем вместе начали заниматься бизнесом, потому что, чтобы кормить семью. Так как у меня муж этот, как бы сказать, сошел с этого, с трассы. С дистанции, да, он до финиша. Он не вынес, не стал бежать, таких перемен, не вынес таких перемен, таких тяжестей. Ну а что, многие не выдерживали, да, таких стрессов, таких тяжестей, а мне деваться некуда было, я как волчица налоговая, у меня 2 маленьких детей, одному было, мы сюда приехали 7, а другому год, и пристав. Вот пришлось так. Мы занимались Юрием Борисовичем долго другим бизнесом. И, чем вы только и почему, не занимались, да, я вот могу чем что сказать. Не занимались, да. И у нас уже такая выработалась с ним такая черта, что если мы чем-то занимаемся, мы не можем просто взять его там, купить и не пустить его в оборот, чтобы получить с него прибыль. Ну, это уже выработалось годами. И когда я начала покупать, я любила цветы, но я на севере, когда сидела с маленькими детьми, там же тоже на одну зарплату далеко не утянешь. Я выращивала на подоконнике там цветы и ходила, их продавала. Это у нас было, как бы сказать,
если я могла продать цветок за 3 рубля, а десяток яиц стоил рубль, то это было 30 яиц. Ну, короче говоря, у меня были свои куры на подоконниках, которые несли стабильно яйца. Дорогие друзья, вы заметили, что очень часто у нас Анна Борисовна с Юрием Борисовичем измеряет всю яйцами. А проще. А потому что мы выросли на яйцах. Мы выросли на яйцах. У нас мама работала на птицефабрике, птицеферме, не фабрике, птицеферме. И мы знаем, какой это труд и что такое яйца, понимаешь? Вот, и все, привыкли. И потом, когда мы начали, я начала покупать сначала тюльпаны, лилии, нарциссы, все, что появлялось новое на рынке. А на рынке появлялось потихоньку, пионы не появлялись на рынке. Вот, ирисы тоже не появлялись. Появлялись тюльпаны, нарциссы и лилии. Вот это вот появлялось. Я их пробовала, пыталась с них зарабатывать деньги, но поняла, и гладиолусы, но поняла, что это слишком оно пересорт, оно там надо выкапывать, я у нас другой бизнес, я не успеваю. Тот бизнес занимал все время, вот, потому что она была детей растить, я их в институте учила. А когда уже начала учить уже ближе к институту, тогда уже мы тот бизнес потихоньку оставили, потому что очень тяжелый бизнес был, вообще ужасный. Вот, оно приносило не такой большой доход, как занималось столько этого. Ну как, на доход нельзя жаловаться, нормальный доход, но просто что очень много сил отнимал, нервов. И мы потихоньку. А пионы я закупила, я говорила, уже случайно. Я увидела в цветоводстве, это мой любимый журнал цветоводства был, я увидела в нем объявление, и там было написано, что у женщины 73 сорта пионов. Да. А я думаю, я видела белый, видела розовый, видела красный, думаю, вред. Надо проверить. Да, ну написала ей письмо, она прислала мне каталог, а там было просто написано, название такое-то красное, название такое-то белый. Я читала его, думаю, нет. Написала ей, вы мне это сами выберите лучше и пришлите. Она прислала мне 24 сорта. 24 сорта. Это то, с чего начался масштабироваться это уже было наш питомник. Раиса Кирилловна... Хотела только что фамилию сказать и забыла. На Ше как-то у нее фамилия. Но надо же, забыла. Она из шахты, из города из шахты. Раиса Кирилловна. Косова. Косова Раиса Кирилловна. Вот, я ее хорошо запомнила. Она мне прислала по-честному самые лучшие. Среди них была вся классика. Вот Red Charm, Red Grace, там Сара, Кундрет. Вот такие вот сорта, которые есть до сих пор у нас. И мы их не выбросили. И таким образом, потихоньку, я начала интересоваться пионами. И мы с Юрием Борисовичем большими трудами. Потом я увидела, что вот это русский росток, русский огород в городе Щелково, в Москве, ну, торгуют такими вот пионами, которые нас интересовали. Мы с ним собрались на машине, поехали в это Щелково, нашли ни навигаторов, ничего, нашли это Щелково, нашли эти склады и привезли там целый эту, в багажник. Не, мы купили в багажник, нам вынесли вот такой ящичек. Вот такой ящичек на все наши деньги. На все наши деньги вот такой ящичек, а денег у нас было с собой немало. Вот. И мы их посадили. Среди них была борзелла. Вот. Это наш, так же, этот самый средний, была борзелла. Ну, короче, и так потихоньку я начала интересоваться, как можно продавать. Потихоньку мы открыли сайт, начали. Сначала у вас сыновья, был каталог, да? Просто каталог. Сыновья, вот это маленький участочек. Потом начали там, ну, где-то там участочек, там небольшой, там кусочек, то у соседей купили, то еще у кого. И, короче говоря, сыновья, я говорю, хотите в институте учиться? Давайте вот это все пашем, надо маме сажаем. Помогать. И, в принципе, сыновья помогли. Помогли, вот, потому что некому было пахать, некому было... Анна Борисовна, вот здесь вот второй вопрос. Тоже часто задавали. Ваши сыновья не занимаются пионами. Есть ли у вас сожаления по этому поводу? И хотели бы вы, чтобы они занимались пионами? Мои сыновья работали на огороде с подпалки. Честно, они работали, да, честно. Юра, Федя, привет! Честно работали, но все это было из-под палки, потому что не было вот этой маминой любви вообще к растениям. А пошли они у моего отца.
мой отец, он наш отец с Юрой, вот, и наш отец, он больше, как бы сказать, в техническую сторону у него уклон, техническую или какую-то другую, а у моего мужа это уклон был интерес и у него, и у его деда, и у деда-деда, они все занимались деревом, столяры, там, плотники и прочее. И у одного, у старшего пошло вот это, в эту деревянку, сколько я не отбивала ему руки, пыталась их связать, чтобы он не брался за эту пилу, за этот, вы видите, куда все клонится, куда все клонится. Но как только я отвернулась, они опять за свою, он опять за свою пилу, опять за свои деревяшки. А младший сын пошел уже вот моего отца. Вот. И он занимается чем? Несовместимы с цветами. Да, несовместимы с цветами. Младший сын Анны Борисовны талантливый разработчик игр. Он очень здорово рисует модель, как правильно это сказать, да? А я даже не понимаю, что он делает. Честно. Он наводит в играх красоту всю. То есть вот эти вот машины, персонажи, фоны, это все его рук дело. Ну, я сама не знаю, чем мой сын занимается. Чем-то занимается. Деньги не просят. Дети пошли своей дорогой. Дети пошли своей дорогой. Деньги это не наше отражение, это наше продолжение. Деньги не просят и все. Да, наше продолжение. Моя задача была их выучить, я их выучила. И потом они все. Ну, еще немножко вернуться назад. Там же, когда вот печатали каталоги, вот на Локус перескочили. Да, сайт уже позже появился. Да, сначала каталоги для с ирисами, лилейниками и пионами были печатные. На бумаге. Отдельно была черно-белая версия, отдельно была цветная. Черно-белая была побольше, а цветная печать, потому что была очень дорогая и трудоемкая, была такая меньше. Мы, в общем, получали эти каталоги вот такими вот партиями, вот такими вот были типографии заказывали, вот такими вот. И потом мы сидели долго и мучительно вечерами, ночами. Мы вот это складывали, скрепил, сложил, марки наклеил. Да, потом, значит, когда у нас были они уже все разбиты и сложены пополам, мы садились за второй этап, и он был ужаснее первого. Мы раскладывали их в конверты и печатали марки, не печатали, наклеивали марки. И самый ужасный был вид деятельности – это распечатывать адреса на конвертах. Вот это вот у меня повергало, я когда летом об этом вспоминала, что зимой мне придется печатать адреса на конвертах. А еще же не было, вот сейчас уже очень много программного обеспечения, очень много приложений, которые тебе позволяют это делать. Даже сам сайт Почты России позволяет тебе вести уже эту организацию отправлений уже очень быстро и логично. А тогда это было просто ужасно. Ну и вот все спрашивают, каким образом ты появилась в нашей жизни. Да, это вот еще один вопрос, он очень популярен и на Ютубе, и у нас, кто приезжает, спрашивают: Ольга, кто вы? Судя по общению, вы не дочь. Судя по фамилии, о том, что у вас там бегает где-то все время еще одна свекровь, вы не невестка. Кто же вы приходитесь семье Анны Борисовны и Юрия Борисовича? Дело в том, что ведь у нас успех в основном зависит от чего? От интернета. Вот. А в интернете я не сильна, короче, и Юрий Борисович не так был силен. И нам нужна была помощь. А Оля преподавала в университете и очень хорошо понимала в интернете. Да. И так как она сестра моей невестки, то я просила и невестку, и ее приехать. Они нас учили, они нам помогали. И пока учили, помогали, им тоже понравилось это дело, и они решили остаться. Да. И вот Оля решила остаться, свою преподавательскую деятельность оставила. И решила, что тут веселее. Конечно. Не, ну здесь тоже преподает. Да. Всей стране, все стране, потому что аудитория. Всей стране, да. Да, это вот, дорогие друзья, вот преподавательские твои таланты, они видны. Вот. Да. Я вот только хотела сказать, они что пригодились. Мне часто говорят, ты очень громкая и с таким вот речью поставленной. Дорогие друзья, спасибо Кубанскому государственному университету, кафедре экономической, социальной и политической географии, которая вложила в меня эту возможность говорить громко,
громко, быстро и четко. На весь этот, как его, на весь класс, или да, как это, на весь очень, кабинет. Очень да, часто, да, на всю страну. Мне очень часто говорят, потише, Оля, потише, ты что такая звонкая? Ты уже выработала. Да. Мой как... голос слышно даже в Магадане. А как, друзья, остановить, если вот душа прям вырывает его изнутри? Как остановить? Микрофон все время вешает поднимать. Да, дорогие друзья, вот обратили внимание, я говорю как бы в сторону Анны Борисовны, а микрофон висит с этой стороны, чтобы не оглушать нашего бедного зрителя. Так, Анна Борисовна, какие же еще... девчата, вот Юля Русакова занимается гибридизацией пионов, Виктория Пикуль, очень страстный гибридизатор, да, у нее там все по науке, с крестами, с пакетиками, с пакетиками, да, она очень, очень щепетильна в этом вопросе. И вот они меня спрашивали, и они утверждали свое мнение на этот счет, что... будущее нашего питомника вы видите в сеянцах? Что это? Несколько летнее увлечение или это локомотив, который повезет нас дальше по цветоводческим странам всем? Я так думаю, что сеянцы это уже не остановить. Почему? Если бы мы даже захотели остановить, то этого делать нельзя. Просто нельзя, потому что жизнь идет вперед, так же, как вот в компьютерах. Жизнь идет вперед, каждый раз появляются новые и новые. Если кто-то изобрел, например, там какой-то iPhone, да, остановился, сказал, все, вот на этом мы остановимся, будем торговать айфонами, там, производить айфоны. И... А другие-то его обгонят, потому что жизнь-то идет вперед. Так и у нас, она жизнь идет вперед, и когда я смотрю на наши сеянцы, мы между собой их уже опыляем, и я понимаю, что это будет следующий этап, следующий. И все время появляются новые сорта, новые оттенки, новая какая-то форма, какие-то интересные, несвойственные пионам, вот кактусовидные такие интересные. У нас был сеянец, мы его сейчас вывели, называется «Повелитель паутины». Очень здоровское название, да? Повелитель паутины. Потому что сейчас Анна Борисовна может вот название выдать какие-нибудь. Потому что у него были такие белые лепестки, немножко узкие, разрезные, и они ложились в разные стороны. Они вот так, вот так, вот так. Короче, хаотично стояли в разные стороны, как паутина, смотришь, ну паутина не хаотична, но как паутина, смотришь, они белые, и вот как паутина между собой перепутаны. Вот. Мы, конечно, его, по-моему, вывели, такое, но я просто говорю, что такие вот интересные явления появляются. А раньше мы, я такая первый раз увидела, даже она анемоновидный пион, угу. Была в таком шоке, стояла возле него, не могла отойти, сообразить, что это пион. А когда уже появляются вот эти кактусовидные, очень интересно. Даже самим интересно, вот, как бы сказать, такие вот появляются какие-то странные, вот, тебе интересно. Расскажите о каком-нибудь странном сеянце вашем, коли зашла у нас тема, чуть-чуть разбавим диалог о каком-нибудь странненьком. Если странный, то вот это вот как раз повелитель паутины вот у нас. А самый такой, который его брат, я уже говорила, Фианит Мистик, или я хотела назвать его еще Эдит Пиаф. Вот. Знаешь почему? Потому что Эдит Пиаф, она, помнишь, она была женщина такая невзрачная, маленькая, как маленький серый воробей. И вот этот маленький серый воробей, он там в этом бомонде в их крутился. А потом, в конце концов, когда ее выпустили на сцену, и этот маленький серый воробей открыл рот, то маленький серый воробей превратился в соловья такого, даже не соловья, а такого громогласного соловья, короче, на весь мир. Эдит Пиаф, мы знаем, эта певица, которая прогремела на весь мир. А она такая же маленькая, серенькая. И вот этот, у меня сенец был такой маленький, серенький какой-то, с одним стебельком. И его со всех сторон все зажали, были высокие. А он такой вот между ними. Я думаю, какой-то ты воробей. Вот. А когда он открыл цветок, я говорю, да ты Эдит Пиаф. Потому что он неожиданный цветок. У него такими полосками, вот как кандистрайп, но кандистрайп, он слишком такой вот, слишком явные большие полоски, а тут такие мелкие полоски во всех, и он такой набивной, кандистрайп, ну, немножко пожиже, а это прям такой набивной. Вот это вот... А это мы его такой... ждали, что он долго откроется или нет? Да, да. А его, да? В этом году мы долго ждали, мы его пересадили, он так, в конце концов, открылся, но в самую мокрую погоду.
самый дождь, ну, короче, вот там, он низенький, дождь брызгал, и вот это все эти немножко испортили цветок. Угу. Пока мы с Юрой Борисовичем прибежали, угу. добежали до него. Вот, а еще если есть страны, это рядом с ним растет, значит, по таким же номерам, цветет примерно в одни и те же сроки. Это цветок, который Ира Владимировна дала. Это моя свекровь. Дала, я попросила название, она долго принесла мне такой список. Из этого списка я вышла, выбрала название «Карманный кролик». Почему «Карманный кролик»? Потому что он низенький. Сам цветок тоже низенький. А вот такие большие шапки, как голова у кролика, вот такие у кролика же такая голова пушистая, большая. И вот эти пушистые, и розоватый, открывается розоватый, такой нежно-розовый цвет, пушистый такой цветок, очень интересный. А потом потихоньку-потихоньку он светлеет и превращается в белого кролика. Очень, прям название вот это идеально на него любое, мне кажется. Да, и идеальный цветок. По сфере закрученные лепестки, и чуть-чуть видна серединочка. Ну, чудесно. Чудесно. Вот видите, дорогие друзья, увлеченных пионами людей, цветами людей, любая дискуссия все равно сводится к цветам. Мы вот с нашими девчатами, которые приезжали к нам в гости, любая дискуссия у нас тоже сводилась к цветам. Мы гуляли по сеянцам Анны Борисовны, говорили о цветах, гуляли на поле. Потом пили чай, сидели, говорили о цветах, не переставая, нам очень много интересного рассказали, потому что мы, ну, чего, да, греха таить, мы живем тут в провинции. До нас пионоводческие тенденции и вести доходят уже с запозданием, то есть там все в центре крутятся в своей... Ну да, не тусовки, да. А мы здесь пока уже узнаем, кто добрый человек, что расскажет интересное. И, в общем, все разговоры сводились у нас к цветам. Потом очень интересно, девочки нашли, они говорят, поехали, проведем время весело, пожарим шашлычки, попаримся в бане, и пригласили нас в станицу Черноярковска. Мы с Юрием Борисовичем, ну, мы оба водители, да, мы там иногда ездим на машине, мы думаем, куда они едут. Да, мы так перепугались, да, думаем, что же за место такое они нашли. Перепугались, думаем, ну все, придется вести их точно обратно, искать какое-то новое место, где здорово проводить время. Но девчата нашли просто волшебный какой-то уголок, кусочек рая на берегу реки с газоном, с лодкой, с очень красивой террасой, с чудесным видом из окна и с классной баней. Там мы были угощены шашлычками, Света приготовила потрясающие шампиньончики такие, курочку очень вкусную. В общем, и там, друзья, мы тоже говорили о цветах. Там все наши разговоры, мы всю ночь напролет просидели, проговорили про цветы. Вот не дам соврать, встречали мы там уже рассвет разговорами о цветах. И это так здорово было, так интересно с единомышленниками поговорить, с увлеченными людьми, с людьми, которые очень хорошо, очень четко разбираются в своем деле. Столько всего интересного и нового нам рассказали. Это, конечно, была волшебная встреча прошлого года, которая открыла для меня, кроме интересных людей, еще много друзей, с которыми я очень надеюсь много-много лет буду заниматься пионами и интересно проводить время. И вот, Анна Борисовна, здесь у меня новый вопрос появляется. Вот смотрите, девчата все, ну, молодые, да, там кто-то чуть-чуть меня старше, кто-то там на пяток лет, и начинают заниматься гибридизацией. Вот скажите, когда у нас... Почему мы сеянцы, вот питомнику 15 лет, да, грубо говоря? Нет, ну 20. Да, 20. Да. Ну я так вот взяла уже вот масштаб. Нет, самое такое большое, когда уже лет 5, это такая вот была совсем раскачечка, совсем. Угу. Да. Почему сеянцы только сейчас? Почему вы не начинали заниматься гибридизацией 15 лет назад? Понимаешь, дело в том, что, во-первых, я не знала, что они дают семена, как бы те, которые вот у нас были.
они семена, такие как Red Charm, Red Grace, они не давали семян. А те семена, которые давали, я видела, те, которые семена давали, эти пиончики, те как бы меня не интересовали. И у нас была маленькая база. Когда мы уже завели большую базу, теперь, а у меня были до этого сеянцы, просто я их выбросила. Угу. Почему? Потому что те, которые вот семена сами завязывались, там пчелы их опыляли, я пока не опыляла, то те сеянцы, которые зацвели, так много времени ушло, они зацвели, и я была расстроена, потому что они были хуже, чем родители. И я их все там скорчевала, выбросила. Ну вот этот беленький, самый поздний, еле-еле открывается. Побежала я одеваться. Так, ну ладно, Анна Борисовна, давайте одевайтесь, нам нужно ехать на работу, торопиться. А мы пока она будет ходить, мы еще немножко пройдем и посмотрим буквально со стороны на все это хозяйство. Вот оно какое. С виду кажется такое небольшое, маленькое, но сюда вложен огромный, просто огромный труд. И он такой малозаметный, потому что, ну, допустим, строят строители дом. Они построили дом. Он быстро растет, и их работу видно. А эту работу совсем не видно. И оценивается она уже через многие года, многие десятилетия после того, как пион получит путевку в жизнь. Ну ничего страшного, мы этому рады, потому что если он получит путевку в жизнь, значит это на всю жизнь. И он будет радовать через 5, 10, 20, через 100 лет наших цветоводов. И какое-то время у меня было охлаждение, года 2-3, думаю, ну... Угу. А потом, когда уже мы набрали объем, и появились такие сорта, как пастелорама, вот, лемончифон, там, и 1504. Old Fineful. Вот эти три сорта появились. И тогда я уже поняла, что их можно опылять. Я их начала опылять. И теми, которые у нас были, марсианин там и прочие, вот эти все опыляла, майор Гагарин, всем эти пыталась опылять, все их между собой. И вот эти появились семена, и с них уже первые, когда у нас на какой там, на четвертый год первый сеянец, на третий год два-три сеянца зацвели, я увидела, что это уже новые, и они очень, ну, такие новые оттенки, новая форма. И тогда уже меня это подстегнуло, и как бы такой этот авантюризм такой загорелся у меня внутри. И теперь уже не остановить, не потому остановить, что ты постоянно думаешь, как вот ты вот это опылишь с этим, опылишь эту с этим, и что у нас уже получится. А еще, дорогие друзья, все мы, кто хоть немного в теме, понимают, что от первого опыленного семени, семени, до результата, проходит 7 лет. 7 лет, друзья. Вот у Анны Борисовны уже шел процесс опыления. 7 лет мы примерно вот так вот закладываем, да, в голове? 7 лет, да. Что же за... Цветоводу-то надо энергию куда-то девать, да, вот этот порыв. Лилейники и ирисы гораздо быстрее. Те быстрее, да. Да, и вот она... Поэтому сначала много было лилейников и ирисов, да? Вот. Да, и сейчас еще и лилейники. Конечно, но не было пионов. А сейчас есть все три позиции. То есть есть и лилейники, и ирисы, и пионы, потому что они уже догнали ирисы и лилейники. Мы первым делом начали ирисы опылять. Да. Вот. Это совсем тяжелая позиция, я тебе скажу, ирисы, потому что они очень сложно их опылить, очень сложно поймать момент. Такая сложная позиция. И лилейники попроще. Вот. Но зато, если правильно все сделать, правильно посадить, они могут уже, вот один год ты опылил семена, второй год ты подрастил, и на третий год уже у тебя прямо вот все, можно выбрать и остальное все выбросить. И таким образом у нас до сих пор есть наши ирисы, но мы сейчас не успеваем. Сегодня 22 мая 2016 года. Снимаем
гибридизацию ирисов. Вот, сейчас покажу вам потихоньку. Вот это вот посадила здесь 4000 семян осенью в октябре. Специально старалась их не поливать осенью, чтобы они не начали всходить. Осень была сухая, и это мне помогло. Они не всходили, а взошли уже в марте, начали всходить в конце марта. И вот сегодня у нас 22 мая, и вот они уже такие подросли. Уже их 4 раза пропололи, бурьян растет быстрее них. Но так как дождики в этом году хорошо идут, то многие сохранились. Ну тут, конечно, у меня вредят и собаки, и кто только хочет, тот и вредит. Не всем удастся дойти до этого, до цветения. Но те, которые уже зацепились, думаю, выдержат. Будем ждать. Будем ждать красоты, которую они нам покажут. Сортов не помню, сколько, очень много сортов. Все семена были от скрещивания хорошие с хорошими. И я надеюсь на хороший результат. Вот так вот, до свидания. А лилейник еще в этом году, я последний раз, наверное, не знаю, я каждый раз говорю. Каждый год Анна Борисовна говорит, что она последний раз опыляет. Ну, я тут приловчилась теперь по-другому, я их пересадила, сейчас они мне в теплице, и таким образом мы экономим год. Они могут к осени уже 50% из них зацвести при правильном уходе. И тоже срок сокращается, и тут можно быстро видеть результат, Конечно, в этом смысле это как бы более такой благодарный труд. У лилейников тоже выход не сильно большой. Угу. Если вот у меня в этом году было, наверное, 1500 посажено, а выбрала я штук и 23 таких, которые можно оставить. А все остальное... Да, 23? Да, 23 штуки. Ой. А все остальные пришлось нам на эту... Семена лилейников. Анна Борисовна сажала их когда? Сажала их в сентябре. Да? В этом году поздно. Я думала не опылять лилейники, ага. А потом мне заказчики говорят, а что ты? У тебя такие красивые сорта, давай эти сеянцы. Давай опыляй. Я начала опылять. Сезона начали опылять. И из-за этого у меня получились поздние. Не, ну схожесть, смотрите, неплохая, да? Ну да, и уже получилось поздно, понимаешь? На вот это вот еще вот надо будет рассаживать. Мы сейчас будем с Анной Борисовной пикировать лилейники. Угу. И параллельно, друзья... И вот это, Оля, еще 3 штуки вот. Нельзя оставлять. И вот эту тоже 3 нельзя оставлять. Так, подожди, а это тоже лилейники? Это, да, но... Они хорошие, хорошие. Мне так, душа прям болит, но я ж не могу... Конечно, вы же не можете все оставлять, да? Слишком много работы получается, учета много получается. И пришлось... отправить их на рулик. А вы знаете, Анна Борисовна, что из всех наших 5 девушек, которые приезжали к нам в гости, Юлия Русакова, председатель секции пионы клуба «Цветоводы Москвы» на Новинском, тоже увлекается ирисами. То есть все остальные 4 девушки базируются у нас только на пионах, а Юлия Русакова увлекается ирисами. И вот когда они приезжали в гости, именно она с пионов разрывалась и ходила, смотрела цветение сеянцев ваших ирисов. Очень некоторые экземплярчики ей прям очень понравились. Ну, ирис — это вообще тоже волшебная позиция, просто волшебная. И я от них тоже никогда не откажусь. Да. Так, раз, два, три. Дорогие друзья, у нас персик пришел нас послушать. Он спал тихонечко, а тут говорит, надо идти. Юрий Борисович подкинул тут дров. Теплее ему. Сейчас к нему пойдет прям тепло от камина. И он тут у нас уютненько будет слушать наши с Анной Борисовной рассказы. Так вот, друзья. Я все время обобщаю, да, что наши гости, которые к нам приезжали, москвички, ну, потому что так проще, но на самом деле из Москвы там, Анна Борисовна, нет никого. Нет никого. Они просто московский клуб «Цветоводы Москвы», и поэтому мы их так обобщаем, москвички. А так они все из Подмосковья, у нас Света с... Перми. С Урала где-то, да. С Перми. Приезжала к нам. Как вкусно готовит Света. Она... Ну, да. У нас полный сад гостей. Гостей издалека. И таких же увлеченных. И
чувственных пионоводов, как мы. Рассказывайте, откуда вы приехали? Меня зовут Светлана, я из города Пермь. Это Пермский клуб пионоводов? Ну да, есть такой клуб, в небольшом, конечно, количестве, но мы растем. Ну, каждый клуб сначала в небольшом количестве, зато первые члены всегда самые почетные. Да, это в этом согласна. А подруги? Девочки все из Москвы. Вы одна из Перми? Да, хотя я их всех уговорила, я говорю, у меня такая мечта, я так хочу побывать у Анны Борисовны, и вот со Светланой, с моей подругой, она говорит, так давай поедем, я говорю, давай. Вот, и потом девчонки к нам присоединились, и вот количество у нас уже выросло до 5 человек. Когда я вас возводила, говорю, нас много, нас 5, слышу, Оля, так немножко. А по телефону я общалась с вами? Да, вы с вами, ага, все. Я все созванивалась с вами, да. Вот я знаю точно, вы приехали на одном поезде. А как вы на одном поезде? Они из Москвы, вы из Перми? Я прилетела сначала на самолете. В Москву? Да, да, с утра встала. Самолет у меня был в 6 утра. Вот, прилетела, потом сразу на поезд, все успели. Вот, к девочкам присоединилась. А вас в Перми начали цвести пионы? Нет еще. Тонколистный, махровый, вот такой вот уже бутончики окрасились. У нас, я говорю, нарциссы еще только цветут. Вы, наверное, от нас сейчас привезете весну к себе в Пермь, приедете, и у вас все начнет цвести. Расскажите, пожалуйста, а вы выращиваете только пионы или занимаетесь гибридизацией, новыми сортами? В прошлом году у меня дал семена Red Charm. Говорят, он так легко дает, а у меня, наверное, не знаю, ну штук 10 точно есть. Вот я их посеяла. Вот девочку спросила, говорит, как так, мы там что-то сеем, у нас нет. А у меня прям Red Charm такие, прям такие черные жемчужины, у него такие крупные. Это. Вот, то есть вот собрала с Little Pink Lullaby, дал семена, и вот Red Charm вот, посеяла. Это начало, да, такой-то фундамент, пласт, от которого дальше. А так, конечно, очень хочется вот именно заниматься селекцией, поэтому и приехала. Кто вам у нас в саду больше всего понравился? Так, ну мне, конечно, понравилось вот от Carnation Букет, вот это вот прям шедевр. Потом, значит, очень понравился вот этот вот Законный наследник. Законный наследник, да, он сегодня всем понравился. Девчонкам Катюша сорт понравился, у двух дочечки Кати. И вот они им помимо того... У меня тоже что... Катя. Да, да, да. Да, ну, все, значит, Катя в десятку попала. Да. Так, и вот понравился тоже очень-очень красивый. Так, сейчас скажу. Ну, давайте пройдем. Вот этот вот очень понравился. От Majestic, да, Оля, ты сказала? Да. Вот, очень. Это вот... Номер у него 2922, дыхание ангела. А чем понравился? Ну, размер, цвет, форма, укладка, форма, лепестков. Да. У него прям все неплохо. Да. Ну, вот к этому, наверное, надо подойти тут, да? Который вот... Да, потому что он... Пойдемте? Ну, пойдемте. Пойдемте. Да. Имеет запах, то значит, он просто благоухает. Она вот в этих вопросах... Да, то есть очень Анна Борисовна к своим этим очень критична. Критична, да. Да, а здесь вот она прямо вот... Вот, друзья, смотрите, это сеянец от Carnation Букет. Рабочий номер у него сейчас 23005. Помните, который долго стоял, раскрывался в бутонах? Раскрылся и очень достойно выглядит. Мне у него очень понравился лист. Да. Очень крупный. Я думаю, что здесь Blushing Princess и Carnation Букет. Да, ну, красивая форма. Вот это вот... Укладка лепестков такая плотная-плотная. Да, и вот закругленная. Вот я очень люблю, вот как у Генри Бокстаса. О, вот смотрите, немножечко. Белый паук. Да, он, кстати, пришли, он тут и был. Тут и был? Посмотрим, да. На белого паука. Это, наверное, его дом. Так, подожди, мы не показали людям паука белого. А то скажут, паук рассказали, показать не показали. Так, есть паук, хорошо. Так, ну вот здесь тоже, конечно, очень... Но раскрывается так тяжело этот пион, прям он, ну, не пять ждали его раскрытия. Еще у него есть, Оль, смотри, такие зеленые лепестки. Да, и они когда в бутоне были, прям сильно были видны. А представляете, интересно будет, если он их больше сделает, да? Вот белый с зеленым мы уже все видели, а чисто розовый с зеленым, это будет вот уже что-то... Вот шедевр, интересно, лист вот прямо тоже ни с кем не спутаешь. Но тут уже идет в серию, да, остается? Да. Хорошо, идет дальше. Пойдемте дальше. И вот очень красивый красный, крупный, и он долго цветет. У меня есть Америка, и я тоже обратила внимание, что для гибрида он долго цветет.
Оля, номер его? 23-0-13. Вообще, серединка красивая, лепестки. Здесь форма сама необычная, да? Да, и он такой невысокий. Листья тоже очень такие красивые, декоративные. Вот. Прям очень изумительно, изумительное сложение. И девушки с удовольствием рассказывали нам какие-то, давали небольшие такие интервью. Конечно, Юля Русакова тоже с поставленной. Вот она мне, знаете, очень чем понравилась Юля? У нее удивительное свойство есть. Она больше делает, меньше говорит. Вот она вот на любой какой-то вопрос, у нее такой вот ответ все время очень вежливый. Вот надо ей, например, отрицательно ответить. Она ответит очень вежливо, но... При этом конкретно, вот четко, она не объясняет, ну вот нету такого плавающего, какой-то плавающей мысли. Наверное, тоже преподаватель. Не знаю, быть может, ее работа в обществе, в содружестве так вот дала ей возможность, потому что быть председателем, это тяжелая такая работа. И вот Юля нашему Юрию Борисовичу давала небольшое интервью. Эта девушка, вот эта хрупкая маленькая девушка, организовывает выставку, самую главную, самую долгожданную выставку пионов в нашей стране в аптекарском огороде, друзья. Поэтому кто не знает, где в Москве полюбоваться пионами с 5 июня, приходите к нам. То есть выставка будет 5 июня? Да, начало. Так, у нас фестиваль. Я Русакова Юлия. Пионоводы точно знают, кто рядом со мной, несмотря на очки. Пионоводы знают, а я не знаю. Несмотря на то, что я... Друзья, на самом деле событие это большое, долгожданное, к нему очень ответственно готовятся. И оно, знаете, вот как, например, какую-то другую выставку, не цветов. У тебя есть возможность устроить несколько раз в год, а выставка пионов это раз в год и... шанса повторить цветение того или иного сорта не будет. Ну, у нас фестиваль пионов и ирисов, длится он 20 дней, 3 недели, поэтому мое приглашение вы получили, если у вас будет желание, пожалуйста. А вы свои пионы привозите туда? Да, конечно. Да? Здорово. А где можно посмотреть ваши работы? Мои работы, но я пока их не выставляю, потому что они у меня, если имеются в виду сеянцы. Да, конечно. Они конечно. Пока под наблюдением, ну и потом у меня нет такого количества. А у вас есть несколько зарегистрированных, да, сортов? Один? Пока. Какой? Называется Марина Роскова. Это молочно-цветковый, розовый, совершенной формы. В общем, в честь... Герои Советского Союза, наши летчицы. А у вас серия, да, вот вы делали серию в честь? Да, в честь Дня Победы. Очень прям такая величественная и трогательная серия пионов. Вот присоединяйтесь, пионщиков. А пионы вы давно пришли? С 14 лет. Ну, не придется спрашивать у женщины, сколько ей лет. Ладно, 15 лет я уже занимаюсь пионами серьезно, мне не 30. А с ними познакомилась, это получается 25 лет назад. Ну, короче, это тоже ваша первая любовь. Коллекцию я начала собирать с 25 лет, и вот до сих пор не останавливаюсь. А сколько сортов у вас? Больше 1000. Больше обалдеть, тысячи. Да. Кого в этом году планируете на выставку привезти? Несколько. Честно говоря, пока ничего не планирую, потому что заморозки внесли их, свою коррективы. Лепту, пока я не понимаю, что будет цвести, будет ли вообще цвести полноценно. Потому что, судя по листве, у наших пионов она очень сильно пострадала и превратилась в тряпочку. Такого я никогда за столько лет не видела. Да. То есть прямо они серьезные. Ирисы все попадали.
Ну, вот видите, у нас в этом году вообще зимы не было. А вам везет? Не, на самом деле пионам очень плохо. Тогда мы едем к вам. Пожалуйста, ждем. Да. На самом деле не очень хорошо. У нас все 3 месяца дождь, сыро и с плюса на минус. Ночью -2, днем +2. Ну, это да. И вот так вот, да, 3 месяца. А вот бывают зимы такие, вот когда, например, там минус 15 стукнет, да, Юрий Борисович, и вот дней 10 минус 15, как проморозит. Без снега? Без снега. Но у нас снега в этом году не было. Да, но все равно меньше всяких грибков, всего меньше. Оно хоть чуть-чуть, но мороза пробьет. Да, и вредителей уменьшается. Дорогие друзья, ну что, мы, наверное, всех уже, да, тут с Юрием Борисовичем расспросили, все нам все рассказали. Конечно, это очень значимые события, потому что кто нам сюда, в Краснодарский край, приезжает? Они там далеко все, да, у них своя жизнь, а мы здесь сидим. Спасибо большое, что приняли, потому что нам, в принципе, как профессионалам, скажем так, своего дела, было очень интересно посмотреть на ваши результаты. И мы остались под впечатлением и очень довольны. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень понравилось. Вот я все сфотографировала. Буду стоять в очереди теперь, ждать. Спасибо большое. Ну, теперь мы к вам в гости. Обязательно. Будем вас ждать. Ну, мы не прощаемся, а не прощаемся, дальше. Да. У нас, друзья, дальше. Сейчас кусочек мира пионов нашей страны. Это очень важное, значимое событие. Потом, импортозамещение. Да, да. Потом вот знаете, как ищешь, когда какие-то статьи пишешь или что-то, ищешь фотографию, там, как Свенсон приезжал к кому-то в сад делиться опытом, да, и эта фотография на вес золота. Ну, Свенсону до вас далеко. Ну, мы тоже войдем в историю. Да, конечно, я вот только хотела сказать, что это видео... Почему через 100? Раньше, раньше. 5-10 лет о вас уже будут знать все, и в том числе голландцы будут приезжать и просить, а вот хочу такой сорт. Все, ждем голландцев в гости тоже. Спасибо большое. Вам спасибо за просмотр. Всего доброго. Дорогие зрители, а я же была с ответным алаверды, да, в Москве, приезжала на выставку, очень мне понравилось, это, конечно, ну, мы в этом году с Анной Борисовной вдвоем поедем, мы ее будем беречь на цветении пионов, чтобы она силы не тратила, потом сядем с ней на поезд и поедем на выставку в Москву. И вот там же мы ездили полюбоваться цветами в саду Светы Гончаренко. У нее потрясающая коллекция, она такой очень избирательный эстет в этом вопросе. Вот она сажает и любуется ими, и не сажает, вот сорт не нравится, все, до свидания. Как у нас. Да, да, она, у нее очень тщательно подобранная коллекция, и мы как раз приехали на цветение, сорт цвел Анна. Мне он прям, вот именно в этот момент, во время цветения у Светы Гончаренко в саду, я решила, что Анна сорт, который обязательно должен быть у нас в питомнике, мы, собственно, осуществили эту мечту, он у нас есть. Эльза цвела просто чудесно, все, что они говорят, все правда, она действительно просто потрясающая. И Света тоже дала Юрию Борисовичу небольшое интервью, такая она позитивная, веселая, такая вот прямо жизнерадостная. Я Светлана Гончаренко, приехала из Москвы, с большим удовольствием посетила, очень хотела, несколько лет хотела, и наконец-то осуществилось мое желание, посетила сад Анны Борисовны, и это самое лучшее воспоминания этого года. Мы посмотрели большое количество ее сеянцев. Ну и действительно много сеянцев, очень нам понравились. А у вас большая коллекция? У меня примерно 500 пионов. Примерно 500. 500 пионов! 500. Но своих сеянцев нет, я боюсь. Ну, пока нет. Пока нет. Ну вы опыляете, занимаетесь? Опыляю, да, но я почему-то не могу решиться. Опыляю редкие очень, кресты делаю, но у меня семечки лежат в холодильнике. Ну вот, ничего, сейчас вы вдохновитесь, и я думаю, что в следующем году мы будем у вас в гостях. Все, спасибо большое. Вам спасибо. Пойдемте дальше смотреть. Пойдемте. От Old Fine, 16-14, я запомнила.
Нет, подождите, наши 14 это подстелиганс. Да, подстелиганс. Это ребенок постелиганса. Красиво, да, и выгорает так красиво. И у него остренькие кончики очень красивые. Чудесные просто. Это вот многоцветие, оно всегда очень нравится. Ламурное дело, правда. Хорошее название, подходящее. Да, да. Вносите свой вклад тоже. Анна Борисовна принимает название. Да, так что предлагайте всегда. Да, нам надо предложить что-то чудесное. Сеянец от Carnational Букет. Очень красивый там. Жалко, что мы его ходили, смотрели. Мы его смотрели, ходили, да. Смотрели, да. Мы уже со Светланой вот, ходили. Конечно, если сейчас, пока мы здесь, если конечно, сможем, поразил, я думаю, что-то интересное. Он поразил нас всех. Мы пока ходим, мы фантазируем, мы сочиняем. Да. Да. Набирайтесь опыта. Да, я конечно. Думаю, что у вас, здесь... когда мы приедем к вам, у вас будут такие же очаровательные, красивые. Да, у них... Все такие, девчонки все такие. Девчонки все дружные. Я почему говорю девчонки, потому что они раз в два моложе меня, значит, девчонки. Вот, все очень дружные. Я так удивилась, что они из разных городов, из разных мест так объединились. И я думала, что они просто подруги, которые живут вот рядом через дом. Так, угу. Они, так приятно было посмотреть на их дружную команду. В общем, и собрались, и поехали куда? На край света, в этот славянск. Ага, непонятно славянск, куда, в какой-то на Славянск на Кубани. Угу. Малюсенький городок. Но хотя в этом году он у нас прославился на весь мир своими пробками, что у нас Славянск на Кубани остановил артерию транспортную на юге России. Оля, а ты не спрашивала у них их профессии? Ведь они же пришли к любить цветам, а у них каждый, как у Анны Борисовны, бухгалтер. Да, никто. Знаю я профессию. Расскажи. Как считать, корректно мне будет рассказывать? Ну, если что, мы вырежем. В общем, Светлана Горчаренко по образованию архитектор. Она какое-то время работала по профессии, а сейчас она посвящена вся семье, мужу. У нее двое замечательных детей, старшеклассники. И, в общем, очень такая добрая, яркая, радостная семья. И она сейчас по профессии не работает, а занимается исключительно своей семьей, своим садом, помогает супругу. И ее архитектурное образование пригодилось ей при проектировании их с мужем дома, пригодилось при... проектирование родительского дома, и вообще, в общем, она очень такая вот, все у них органично, я думаю, как раз вот ее профессия ей помогает в этом. Виктория Пикуль, это просто женщина-мечта, женщина-красотка. Я просто сейчас, вот, например, распахала площадь там 8x8 и хочу туда 1700 сеянцев воткнуть. Вот. Я 3 дня из этих табличками 700 сеянцев только рассадила. Я вам сейчас покажу, у меня там зашли в этом году. Ну, не все. Вот что интересно, одно время сажала, одинаково за всеми ухаживала. Некоторые вообще не взошли, а некоторые стеной. 12-15 вот, или мочехон стеной сходит. Вы знаете, я подсчитываю семена и вижу процент схода. У меня получается четко 70% схода. Но вот я хорошо. Семена не сразу сею. Как Фокнер мне писал, я их в холодильнике зиму держу и потом, соответственно, высеваю. И они хорошо просухшие, и у них очень хороший процент схожести. У меня... Я опилками засыпаю, у нас так, как у нас зима. У меня процент схожести, смотри, у каких сколько. У каких 70, у каких 30, у каких ни одного. У меня получается, у каких 100, у каких вот тоже там 50-40, вот так вот, потому что есть семена действительно сложные. Ну, средняя, я посчитала, что в среднем где-то, наверное, процентов 55. У меня. Но я не хочу с ними долбаться, я беру массой. Массой, думаю, насажу массу, потому что... Хорошо, когда много места и много работников. А я так вот... Да, я сама ими занимаюсь. Ну, сама да, сажаю. Да. Я в этом году, ребята распахали, все сделали. Вон, сейчас смотри, какой хорошенький, вот мне нравится вот этот карнавал. Прям я вот это розовый, да? Ага. Он форма как Паула Фэй немножко такая вот извилистая, вот а цвет необыкновенный. За Паула Фэй мне не говорите, не люблю я ее. Ну я тоже не люблю, но вот форма лепестков как-то. Детеныши она дает мне, нехороших. Нехороших, да? Да, Паула Фэй. А это 13.02 все. Это кто? Макиназграм. Ого, ля-ля-ля, расцветка вообще далека, да? Да, да, это что он дает такие. Слушай, интересно. Это Макиназграм, да? Да.
А, ты «Рассвет Парижа», вот, смотри. «Рассвет Парижа» 13.02. Так вот, какая, смотри, какой 13.02 цвет. 13.02 это тоже? Да, «Макинс Грант», вот он. А, я чё говорю, уметь. Очень интересно. Такой, да, разброс идет, да? Да, пастель, розовый. Так он и спину держит, видишь? Хорошо держит голову, да, это вот шикарно. Вот. Вот. Это еще он тут немножко подопустился, а вообще он хорошо. А кто это? Анна, «Рассвет Парижа». Номер? 13.02, а, 22.064, а мама Макинс Грант. Ну, в этом году он маловато, потому что в прошлом году очень просто поразительный был цветок. Ну, уже видно, что чуть-чуть, да, немножко, на следующий год он будет хороший. Профессионально увлекается лыжами, она ездит на наши знаменитые курорты горнолыжные нашей страны, и там на севере европейской части, и у нас на юге. У нее, ну, просто она настолько атлетически слажена хорошо, как раз вот благодаря своему увлечению лыжами, лыжными, катается на лыжах, она просто потрясающе. Показывала несколько видеороликов, она, кстати, ведет активно канал свой, где выставляет катание на лыжах. То есть это едет, когда Виктория, а за ней оператор. Это, ну, насколько я поняла, я потому что оттуда... Я вообще... видела, я была в ужасе. Да? У меня сердце... Как будто машина. У меня сердце замерзло от ужаса. Как машина такая. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day. Юлия Русакова уехала из Москвы в Тверскую область. Там сейчас показывала на фотографии, будет сажать пионы в просто потрясающем месте на берегу реки. Там очень красиво, и, ну, для нас настолько непривычный пейзаж. Вот эти леса с большими деревьями. У нас самые большие деревья на юге России – это тополя. Вот, вот они здоровые вырастают, а у них вот прям вот этот густой лес с такими соснами вековыми. Это, конечно, фантастически смотрится. И вот она прислала фотографию, где будут расти у нее пионы. И они с супругом занимались сферой питания. И сейчас она тоже помогает своему супругу в этом виде бизнеса, да. Светлана Милькина, я не знаю, чем она занимается вот так вот в своем в рабочем плане, но я знаю точно, что она ведет очень неплохие, такие очень интересные информативные курсы для начинающих пионоводов. И там вот прям база вся, сорта, питомники, как растить, как ухаживать, как сажать, расписаны по полочкам, и кто пытается сейчас себя посвятить этой теме, найти единомышленников, которые могут с вами пообщаться, обсудить, кто боится допустить какие-то ошибки, пожалуйста, пишите Светлане Милькиной, и она вас направит, куда вам надо идти, в какую вступать группу. Пока ты рассказывала о девчонках, я вспомнила Сандерсон. Он же тоже преподавал где-то или в институте, был преподавателем, или вел какую-то научную работу, а потом стал очень известным, и когда пошел ближе к пенсии, пошел и стал заниматься гибридизацией пионов. Самый известный, это же наш Сандерс. А в то же время... Профессор Сандерс. Профессор Сандерс. И в то же время Ирина Толомео, очень известный гибридизатор итогибридов, она же тоже была каким-то научным, то ли научным работником. Короче говоря, не этот самый, как бы сказать, тоже из научной сферы. Потом занялась этими пионами, достигла довольно таких хороших результатов. Если бы не Бог ее не призвал, то она, наверное, поразила нас еще. Угу. Массы таких необычных, красивых, это гибридов.
И когда смотришь на гибридизаторов и посмотришь их вот так, какое у них основное образование, чем они занимались, то это очень интересно. Все они из науки выходят. А у нас с Анной Борисовной будет дополняющий друг друга тандем. Я буду теоретиком, а она будет практиком. Потому что, дорогие друзья, я вот вам как не кривя совсем душой, не пытаясь как-то там накинуть каких-то бонусов, у нас Анна Борисовна такой практик. Видишь, тайна опыления произошла. И теперь что ж там внутри? Представляешь, такой черный кругленький кружочек, шарик такой, из него может получиться такой необыкновенный цветок. Вот это вот как чудо, понимаешь, чудо. Крошечка такая, черненькая крошечка. А когда-то было какой-то маленькой-маленькой незаметной пылинкой, да? Угу. Эта пылинка с другой пылинкой соединилась, и, пожалуйста, тебе получилось такое семечко сначала. А потом получится вот такой красавец цветок. Свершится чудо. Да, как у нас в этом году. Просто она опылений делает невероятное количество семян сажает. Анна Борисовна, сколько у вас в среднем сажается семян в год? Ну, мы сейчас дошли до 12 тысяч. 12 тысяч, друзья, представляете? Вот Анна Борисовна практик стопроцентный. У нее энергия во время цветения пионов. Вот она такая вроде, знаете, в течение года, ну, она активная женщина, но вот как бы среднестатистическая активная женщина. А во время цветения пионов это какой-то Халк просыпается, какой-то монстр опыления, цветения. Вот ты молодая. Времени мало. А ты молодая, приезжаешь, 5 утра, она уже со своими пионами там ходит. Если ты там в 6 утра приезжаешь, она уже пошла чаю попила и опять со своими пионами ходит. А у нее энергетический поток во время цветения пионов, просто это амазонка вытекает в Атлантический океан и несет вот прям такой задор. Знаешь, когда на тебя нападает тигр, то у тебя проявляется второе дыхание, ты уже бежишь не 15 км в час, а 45. Также тут тебя время поджимает, и у тебя тебе приходится понимаешь, что оно сзади у тебя вот-вот тебя догонит, и ты не успеешь это сделать, и приходится вот. А вы, Анна Борисовна, можете сказать, что там уберем какую-то там удачливость, еще что-нибудь, а вот что успех ваших сеянцев это как раз из-за большого количества посаженных семян, что вот у вас выборка может быть из большого количества. Но видишь, я тоже думала, вот Виктория Пикуль, она прицельно опыляет, прицельно записывает все кресты, у нее порядок. Я просто Виктория Пикуль из Москвы, вот. Ну, только начинающий, так скажем, гибридизатор, я бы сказала, потому что, соответственно, я учитываю маму и папу, но еще шедевров нету. Так что это, да, все еще впереди, да. Будем надеяться, что все впереди. У меня немножко другой стиль, и я не выбираю, как бы сказать, родительские пары. Иногда, да, делаю так, вот когда мне особо что-то интересно. А так я просто набираю пыльцы разных, там вот это у меня там для светлых, для темных, для таких, и от этой пыльцы разные. А почему у тебя три коробочки? У меня пастельные, розовые и темно-красные. Я их разные бутоны по-разному опыляю. Мы сейчас пыльцы наберем себе, оно красивый цветок, и опылим его. Я уже опылила, с разных коробочек опыляю. Вот, опылила, сейчас опыляю красной коробочкой. А, видишь? Нет, не вижу пока. Ну все, вот пыльца уже налипла. Так неудобнее. А ну-ка, подожди. Так. Вот сейчас пыльца уже налипла на эти. Подожди. Оно чуть выше поднимет, так я посмотрю. На носиках так, чуть желтое вот на носике сверху, видишь? На розовом чуть желтое сверху, такое как налет. Это уже пыльца прилипла. А потом, если вдруг чего мы этим опылили, потом идем уже по второму кругу, другими опыляем, третьими опыляем, несколько раз опыляем. И в этом смысле у нас получается очень, если сейчас все, и мы в том числе бросились на вот эти пастельные тона и оттенки, то мы, сама ты понимаешь, очень скучно, когда ты ходишь, и у тебя одни пастельные сеянцы разных оттенков, это очень интересно. Но когда уже начинают зацветать и другие, вот молочно-цветковые, вот как в этом году, который нас поразил, там розовый зефир, к примеру, да, или лавандовая сказка, или там
этот лебединка, и таких много там, поющая фуксия, нецелованная там. Ну, много у нас интересных таких оттенков вроде. И получается, что у нас очень большой диапазон, и мы же не можем, если весь мир бросит производить, будет только пастельными заниматься, скоро нам станет скучно. Конечно. Да, скоро скучно. И у нас таким образом получаются такие цветки, которые ты не ожидал. Вот. Особенно мы как-то сделаем один из выпусков о сорте 145-м. Я сегодня смотрела. А его потомстве, да? О его потомстве, о его потомстве. И я сегодня смотрела, пока сюда собиралась, немножко там задержалась и глянула. У него огромный выход из сеянцев, тех, которых посадили сеянцы, у него забраковано совсем мало, что интересно. И так как он был опылен разными, у него и красный, и у него и полосочку, и белый, и розовый. Так, я ушла в сторону, все. Не, ну это... Я про то, что у нас получается не только пастельные, мы делаем упор не только на пастельные, а самые разнообразные. И берем даже разные сорта, вот своеобразные такие, опыляем пастельными, розовые сорта. Вот у нас в том году, не знаю, то ли мне одной понравилось, то нет, там Око утренней зари. Он был, кстати, от хорошего сорта, от 1902. Но чем мы опыляли, вот я не знаю, потому что опыляли мы его многими другими. И получился такой огромный цветок у него, красивый такой бокал, нежно-розового цвета. А Око утренней зари, откуда это название, вот Мата Хари, помнишь? Да. Вот, и Мата Хари, она где-то числилась у них как под таким, не прозвище, как это, не позывной. Псевдоним? А, да, подпольный псевдоним Око утренней зари. И вот этот вот. Знаете, как можно сказать, это молодые говорят, погоняло. Ну, это совсем. И вот Око утренней зари, я когда глянула на этот цветок, ну, это точно Око утренней зари, огромный такой. А вот получился, конечно, мы папу не учитывали, и думаешь, а у кого же это такое получился? Вот. Но мы его опылили, он у нас дал семена. В общем, ладно, не будем. Дорогие друзья, я вот о чем хочу сказать. Любой диалог, любая встреча увлеченных людей своим делом сводится к разговору о пионах. Да? Нам Юрий Борисович говорил, девчата, о пионах поменьше, вот, потому что у нас сегодня другая тема выпуска. Но как ни крути, у нас Анна Борисовна то так, то с этой стороны все равно уходит в тему пионов. А вот, кстати, о любителях и о гибридизаторах. Многие люди вот просто заражаются селекцией. У нас есть бухгалтер Нина Андреевна, и она тоже заразилась селекцией, опылила сорт 1353, Мопети Черри, отличный такой сорт, опылила, у нее было 21 сеянец, это я ей говорю, как очко у тебя, очко, 21 сеянец. Из этих 21 сеянец, один у него выстрелил, она там счастлива, правда, хороший сорт, он похож как Нормия, вот это у нас есть, клемовский, но у нее повыше, такая дружная. Очень хорошие ростовые качества у него, красивый, розовый, такой женский цвет, просто идеальный. Она там в великом восторге, и теперь это вот у нее как бы подстегнуло, и она теперь огорода немножко, она бегает, опыляет, и говорит, куда же сажать, посадила в горшки там, понастаивала их везде, и ждет, когда там место освободить, и уже требушит мужа, чтобы вырубить там какие-то деревья, вот посадить туда сеянцы. Георгий Остафьев. 25 мая. Цветет средний пион. Сеянец. Георгий Остафьев. Назвала его в честь своего внука Георгия. Семечко я посадила в 2015 году. И через 3 года появился цветок. Первый цветок. Махровый. Небольшой, но махровый. Решила его оставить. Пересаживала 2 раза. Разделила его 4 года назад. И вот вы видите результат. Цветет полноценно уже 2 года. Цветы бомбовидные. Вначале раскрываются розочкой, а потом выдвигаются вперед, и объемный шар получается.
цветок крупнолистовой, запах чудесный. Значит, лепестки уложены, как у карнейшн букета, такими волнами небольшими. Внутри серединка полностью закрытая, то есть полностью махровый цветок. И получается, на невысоком цветоносе в пределах 75 сантиметров получаются огромные цветы сплошным ковром. Цветок ароматный, среднего срока цветения, травянистый. Казалось бы, похож на вареньку, но цвет чуть светлее, и когда в полной зрелости, вот сейчас, у него получаются серебристые кончики. На стебле до 4 бутонов. Вот специально оставила один, не обрывала. Получается полноценный цветок и дополнительные бутончики тоже сантиметров по 10. Когда отцветет этот, будет еще как бы повторное цветение. Георгий Астафьев у меня любимец, конечно. Он похож немного на вареньку, но у вареньки конусом цветок, и она повыше. А у этого сеянца очень толстый стебель. Посмотрите, какой толстый стебель. Выдержал грозу, ветер сильный. И не полегает он. Стоит аккуратным кустом. Всегда будет радовать вас. Ну и, конечно же, думаю, меня. В этом году он поедет несколько деленочек к новым хозяевам. Надеюсь, они будут любить его и радоваться ему. Смотрите, любуйтесь. Будем ждать дальнейшего его размножения. Скажите, понравился или нет он вам? Жду ваших сообщений. Он у нас есть на цветок.снк.ру, но только в сеянцах. Будем пытаться его регистрировать. Сейчас солнца нету, но я думаю, он все равно покажет свою красоту. Ну, мы попробуем снять еще в солнечный день. Да. Уже цветет он пятый день. Это как бы я за дело. Время, пока знакома с Анной Борисовной, мы у нее сад 3 раза смеяли, потому что мы их сначала сажаем, а потом нам надо сажать там пионы, семена сажать. В конце концов, все покорчевало. Да, мы уже сад 3 раза смеяли. Одна хурма осталась, и то место незавидное. Да, то место незавидное, поэтому специально. Хурма, она как знала, где ей надо бросить свою семечку, да, потому что ваша же хурма, она семечка, семечка да. выросла. Представляете, друзья? И вообще удивительная история. И она такая, у Анны Борисовны, щедрая на плоды. Невкусные, да. но очень Нет, красивые. Нет, сейчас они примерзли, очень вкусные. Да? Я вчера вечером гуляла, пошла нарвала, она немножко приморозилась. Чудесная. Да? Я сегодня рекомендую тебе пакетик. Хорошо, хорошо. Возьмешь. Да. Надо ее съесть, потому что ее много, у меня едоков-то. Предлагаю всем. Но все понемножку возьмут, там по 5, по 6. Не, ну раз уже вкусно, потому что я помню, в прошлом году сейчас... мы с вами пробовали ее, вяжет. Мы просто надо держать, чтобы она чуть примерзла. Вот она сейчас морозит. Мы рано, да, сорвали в прошлом году? Да, чуть-чуть она примерзла, и вот как раз сейчас уже. Ну, ошибка в прошлом году была такая. Ну, видите, год на год, да, не приходит. Дорогие друзья, в общем, вы поняли, да, что мы сейчас будем опять уходить в тему пионов, поэтому я предлагаю сегодняшние наши посиделки заканчивать, а к теме пионов вернемся в следующий раз. Ну, обсудим, у нас много тем, а мы, как вы на думаете, всю зиму хватит. Сеянцы, да, наверное, по сеянцам встретимся или по сортовым. Ну, можем продолжить, если зрителям понравится, можем продолжить эту тему. Когда мы сравнивали сортовые с сеянцами, вот, дорогие зрители, предыдущий выпуск, кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите и вот скажите, продолжать нам в таком ключе вести наши посиделки или нет, или сеянцы отдельно, сортовые отдельно. Ждем ваши комментарии. И если есть, друзья, у вас еще темы для выпусков, которые
мы бы могли осветить, которые могли бы с вами поделиться, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что хочется снимать для вас именно то, что нужно и что интересно. Угу. Дорогие зрители, ну а мы прощаемся с вами. Прощаемся. Уже это наша с вами первая встреча в 2024 году. И очень здорово, что она началась с темы друзей, единомышленников, с темы такого вот соединения круга цветоводов. Я хотела напоследок еще сказать. Там женщина написала из Улан-Удэ, это Бурятия, и попросила семян. У меня там немножко семена остались, правда, я как для себя их посчитала неперспективными. И хотела оставить там на, ну, оставила, в принципе, на эксперимент. А Юрий Борисович говорит, куда ты их посылаешь, там же холодина. Не, в Улан-Удэ очень жарко, Юрий Борисович. Там лето очень жаркое, а зима очень, так там контраст температур. У нас, это же Улан-Удэ, это я там была в Улан-Удэ, ездила. Это родина моего супруга Владивосток, но в 4 годика он переехал из Владивостока в Улан-Удэ. И там у него бабушка, дедушка, это родина моего свекра. Да. Ух ты. Да. Привет, привет. И мы с мужем как-то на последнем курсе университета предприняли отчаянный шаг. Мы 6 суток, не 6, 5 с половиной туда ехали. В плацкарте? Нет, Анна Борисовна, мама железнодорожница и мама военная смогли выписать нам билетики. И 5,5 дней обратно. И, в общем, мы чудесно провели время в Улан-Удэ и передаем привет этому региону. Так вот, одна из наших зрителей решила эти семена там попробовать посадить. Так что удачи, как бы сказать. На следующий год, если уж будет интересно, мы можем... Только я буду высылать, конечно, не самое лучшее, а самое лучшее. Это... Самые, да, лучшие. Да. Ну, те, которые я послала, они, в принципе, могут выстрелить, но не так. Могут там, если штук 200, может, там 2-3 хороших будет. Ну, такую я посылочку отвозила, то Анна Борисовна... Я туда песка насыпала, чтобы они не болтали. Хотела сказать, чтобы они не пересыхали. Ну, правильно. Да. А, конечно, чушь они... Влажненький чуть песочек, чтобы не пересыхали. Анна Борисовна со своими невероятными талантами, со своей любовью к цветам. Юрий Борисович потрясающий видеограф, потрясающий фотограф. И вообще у нас Юрий Борисович очень активный мужчина. Он, знаете, как вот, если кто-то долго запрягает, Юрий Борисович, он еще в машину не сел, уже трогается. У него энергии вот выше крыши, и идеи просто такие вот в десяточку. Я не могу себя описывать, но тоже со своими какими-то качествами. Ты у нас правая рука. Правая рука, и наш голос, и наше лицо, и наше... Тоже у тебя масса энергии. И мы как-то все собрались, Господь послал вот нас всех вместе. Я всегда в это верю, что Господь нас подбирает не просто так. Не просто так, да. И хорошо, нам в свое время, мы работали тоже втроем, у нас в свое время был другой бизнес, и был другой человек, мужчина. И Господь послал его точно, какой нужен нам. Потом, когда мы с этого бизнеса ушли, перешли на цветочный, Господь его подобрал и прислал. Меня. Ольгу, да. Михайловну. Мы с супругом, недолго думая, квартиру нашу в Краснодаре продали, собрались, кота, дитя, все взяли, сели и переехали жить в Славянск на Кубани. Потому что наша жизнь, наша творческая работа, какие-то наши дела совместные, они здесь, в Славянске на Кубани. Поэтому мы, честно вам скажем, ни капельки с супругом не сомневались, хотя нам говорили, что ж вы из города-миллионника переезжаете в этот Славянск на Кубани, где будет ваш сын там в школу ходить, в университет. Мы говорим, нормально все у него будет, не переживайте. И мы ни одного дня, ни одной секунды с супругом не пожалели, что свою жизнь связали вот вместе все здесь, в Славянске на Кубани. В нашем саду. Коллектив – это сила. Сила, да, это настолько важно и настолько необходимо. И друг без друга мы, конечно, наш автомобиль не будет ехать. Ничего у нас хорошего не выйдет. Поэтому, пользуясь случаем, я знаю, что наши ребята смотрят наши выпуски. Спасибо вам большое, наши дорогие ребята. Спасибо вам за то, что вы из года в год с нами, из года в год улучшаете все, какие у нас столики в этом году чудесные, да? А там сейчас стульчики у нас делаются. Поэтому, дорогие наши ребята, спасибо. И мы искренне надеемся, что вы довольны нами,
Так как, да, и девчата, да, и говорят, как вы довольны нами, как мы довольны вами. А все вместе, да, это цветок. .ру. Все, дорогие зрители, в очередной раз мы говорим пока. Уже третий раз. Уже третий раз мы вам говорим пока. Но это у нас, ну вот, вот так вот. Болтушки. Болтушки. Да. Все, пока-пока. Пока-пока. Я очень хочу поблагодарить вашу семью за гостеприимство. Это было неожиданно. Вы просто поразили нас, да, своей такой открытой кубанской душой. Южный. Это правда. И что я вам хочу сказать, что мы с девочками ждем теперь вас у нас в гости. Спасибо. Приезжайте, пожалуйста. Спасибо. Мы вам обещаем, все покажем, расскажем, везде повозим, познакомим с массой интересных людей. Вы останетесь довольны, уверяю. Спасибо. Спасибо большое. Нам очень приятно с вашей компанией. Я от имени Юрия Борисовича едем, говорю, мне приятно, что такие девочки дружные. Девочки там молодцы, вот так вот не надо, 5 человек, это тяжело.